Хей, йоу, гайз, с вами Мышмаки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2. Да, я немножко все забыл устроить. Насчет того, почему я нахожусь именно здесь, а не там, где мы остановились. Я сохранил игру, да, такой думаю, ладно, пойду отдыхать, все такое. Потом на следующий день думаю, блин, нужно еще заснять видосики, да, а то уже там у меня видео заканчивается. Ну, для Ютуба. Я появился в самой начальной локации, ну, не именно самой, в самой. Около, короче, Хамелота. Хаммерлот. Я пришел уже сюда, я заново убил вот этих боссов. Да, у нас такой же баг был, если я не ошибаюсь, в просиквеле. Когда этого электрошокера мы тоже убивали, кажется, два раза. Сейчас мы этих крыс поубиваем. И пойдем дальше. Все, можем идти дальше. Ну, через вот... Ну, хотя можно по прямой пойти. Да, не умер. И здесь у нас как раз есть лодочка. Я думал, что это за место, типа, пустое, да? Оказывается, нет, оно не пустое. Здесь теперь спавнится наш корабль, чтобы мы могли перемещаться между локациями. Поэтому отправляемся. Три рога, водораздел. Водораздел, подождите. Задание выполнено. Так, получ... Убежище уже близко. Иди туда и передай местным жителям, как именно они должны меня встретить. Я останусь здесь. Пусть подготовится как следует. Итак, во-первых, девочки, это очевидно. Во-вторых, парни... Я тебя вижу. Зашибись. А может, вам, ребятки, свалить обратно в свой лагерь? Отличная мысль. Да, мы, пожалуй, повернем обратно и отправимся в наш... Окей. Опасное место, а убежище чуть менее опасное. Для того, чтобы добраться до ворот, тебе понадобится машина. Иди к тычкомату. Тычкомат. Так, безбашенность. Мы, кажется, там заработали, да. Одну безбашенный шанс. Так, задержка подзарядки, уменьшение отдачи. Угу. Я лучше отдачу уберу. Пипец, мне что-то спину печет. Жопа, как печет. Ну, машинку, я думаю, мы получим. Там будем... Очень хорошо нам. Так, давайте гранату. Как-то слабо. Все, побежали дальше. И... Так, ладно, я за тобой еще вернусь. Подзарядку. Пора убивать! Воу. Все? Даже они тебя тоже покоцали, турельничка. Гомняки. Ладно, мы все равно сюда вернемся, так ведь? Давайте я пока все вот так поразрыхляю. Туда внутрь я заходить не буду, хотя мне походу туда внутрь нужно будет идти. Сначала позабираем все, что здесь есть. И далее уже пойдем.
Я попробую, но не сейчас. Щит продать. Мне, блин, инвентарь нужно быстро прокачать. Так, на снайперку патроны, я думаю, должно хватить мне. Так, начинаем снизу. Вот что это за невидимые стены? Берите их. Так, со счета начнем. Раз. Там у нас патроны были. Облик у нас вот там. Да, вон он подсвечивается. Next. Здесь что? Броня. Патроны. Kill. Так, воспользуйтесь точкоматом. Точкомат. Почему точкомат? Прошу прощения, я хотела сказать, какая досада. Точкоматами управляет человек. Пока она говорит, я могу сделать так. Пусть у него не хватает пары хромосом, но механик, он гениальный. Он заблокировал доступ к этой станции, чтобы ей не воспользовались разбойники. Однако, по моим данным, в лагере кровомесов имеется неактивный гиперионский робот. Присоедини его переходник к точкомату, тогда я взломаю станцию и сделаю тебе машину. Считаю, уже сделано. Так, а я хотел способности посмотреть. У меня 0 очков, ладно. Интересно, я апнусь? Ой, по-тихому туда дойти. Взять и уйти. Кочевник. Нет, херово работает стелс. Нет, стелс плохо работает. Откуда, откуда еще? У-у-у, тихо, 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 тихо. Подсоедини переходник к точковату, я сделаю тебе машину. Так. Пиромант. Все? Твоего карлика больше нету, как и тебе. Снапа, снапа. Мало дропа падает. Но они, смотрите, они в основном бронированные, да, такие? Ух. Так, фул. Теперь ящик. Все равно это уходит на сплавку. Понятно, что сплавка это у нас с вами продажа. Ну, я думаю, здесь больше... А, нет, есть еще сундуки. У них хера здесь эти для снайперки сколько? Блин, мне бы пушку прокачивать тогда. Начинать. Или урон максить. Потом пушку. Произвожу фазовый сдвиг. Ну как там успехи? Блокировка снята. Ну! Давай. Трещим. Давайте... РПГшка. И возьмем... Да я не знаю какой. А ну-ка. Управление машиной, но это мы помним. Пускай будет взрыв. Просто садись за руль и прыгай через пропасть. Вовремя. ЛКМ, чтобы стрелять из оружия, ПКМ, левый контр. Да?
Да, я... А как... Подождите, я не помню, как нитро врубить. Так, прежде, пока мы не полезли, что здесь у нас? Так, наверху тут туда можно забраться. Я завидую вам, уголовникам. Вы же настолько не обременены интеллектом, культурой, моралью, честью, амбициями, внешней привлекательностью. И список можно продолжать. Почему ты так слабо говоришь, мне интересно? Звуки, это нормально. Я не буду, хотя мог бы. А, и чувством собственного достоинства. Чуть не забыл о нем. Спокойно, жопец, спокойно. Жопец. Ну, как вы помните, это его конь, да? Жопец. Так, сундук. Здравствуйте. Базука 11 уровня. Ну, блин, то, что она 11, это плохо. Полетели. Сейчас будем оплеухи давать врагам. Ну давайте сначала, я думаю, подавим. А. Хорошие взрывы. Ну я могу их просто вот так убивать. Еще один облик. Это потом мы все примерим. Я не понимаю лишь одного. Почему такое слабое орудие у меня? Не надо на меня прыгать. Сейчас мы тебя раздавим. А, типа мертвый, понял, типа мертвый. Типа. Я не хотел. Так, 7000 патроны. Патроны. Блин, вот это херово на самом деле. Ну и чё вы лежите? На одного, ладно, задавили. А, мне не хватает типа скорости. Хватило. Так, я скоро апнусь. Это хорошая новость. А как подрубить скорость, мне интересно? Ну, я как понял, я буду сейчас менять машину, да? Отходы скагов. И сами скаги. А чё вы 8 уровня, слышите? Вы что, тоже типа повысились с уровнем, как и я?
Поеб. Главное потом, чтобы я убивать их смог. Потом весело будет. Они, враги же должны быть, по сути, моего уровня, а не выше. По сути, должны быть немного ниже. Хорошо, они сюда не летят. Так. Попробуем. Ну, я думаю, это намного быстрее, чем взрывы. Намного. Вы не пройдете, чертовы крововесы! А, стоп! Ты же искатель хранилища! Роланд хотел поговорить с тобой. Секунду, сейчас я его вызову. А, так это от тебя столько труд по радио. Меня зовут Роланд. Раньше я тоже был искателем, а потом организовал алых налетчиков. Поговорим, когда я вернусь в убежище, а сейчас я хочу попросить тебя об одолжении. Ну, давай. Мы сообщили, что Капрал Райс еще не вернул энергоблок, источник питания для городских щитов. Приведи Капрала в убежище, и тогда мы возьмем тебя к себе. Добро, но сначала я должен... Ты вышел на связь? Отлично. Слушайся его, он поможет нам победить Джека. Окей, окей, окей. Но сначала должен все... посмотреть. Мы все равно обязательно всю карту исследуем. Там больше ничего нету. Поехали. Поехали, полетели. Да, нормально. Эф, точно. Точно. Буковка Эф. Сейчас мы уже апнемся на этих. Нет. Того убить надо. Плевун. Да. Скаги чертовы. Так, там нас открыто. Да, полностью открыто. А нет, смотрите, тут проход есть. Объездной проход. Отлично. Воу-воу-воу-воу-воу, это безбашенный это тип. Но моя пуша их быстро разобрала. Просто пфу, как нихер делать. Так, ну... В поля, я как понял, мне придется самому лезть. Да. Да. О, тихо. Все готово.
Подбираем. Завершаем. Собрал энергоблок у кровавесов. Взорвал мозг. Я ранен. Я выживу, убегу к мозговым полям. Райс в беде? Черт, нам и так не хватает людей. Найди его, солдат. Так, где там тип был? А так я не достану, да? А, не достаю. Вот он говорит где-то сзади меня. Что с акустикой? Здесь довольно странная акустика. Так, кстати, тяпнуться. Ну, понятно, что урон вкачаем. Максимум. Его сначала вкачаем, потом идем до щита. Прокачиваем. Вторую пушку до щита вкачиваем. Ну, древо. В сторону древа. О! Здрасте, здрасте. Это было ожидаемо. Здесь здоровяк, его лучше машина сбить, да и расстрелять. Чем морочиться. У него щит, там только можно между глаз прострелить и все. Так. Модификаторы класса. Поехали. Так, тебе использовать. Сопротивление урон от молний. Так, восстанавливает здоровье, максимальный уровень здоровья 53. Ну, в принципе, от молнии, но это... Я лучше возьму тебя. А, у меня сейчас стоит. Или нет стоит? Ну, все. А ты у нас мод класса Сирена. Ту-ту-ту, и базука. Здорово, пушка. Я не понимаю, почему фрезы, вертикальная синхронизация включена, и все в таком духе включено. Так, ладно, погнали до убежища, но сначала нужно найдите Райса. А Райса мы найдем здесь, там. А для этого мне нужно поехать вот сюда, так. Там Райс. Да, Райс там. И другого способа у меня нету. Как туда попасть? Ладно, поехали. Не задел с первого выстрела, да, да, да. Не попадаешь в голову, все. Все, не попал в голову, считай, проиграл. И вот в такие моменты они просто убегают. А не, смотри, нормально. Так, я просто не хочу с ними драться, тратить зря патроны, лучше их быстрее расстрелять, да и все. И добежать до Райса. Проклятые кровомесы, их слишком много. Если кто-нибудь меня слышит, мне нужна помощь. Ты сейчас на курс гагом пойдешь, понял? Райс, я уже бегу. Здорово, пуля. Еще один подарочек для меня, любимого.
Моя мамочка! Ты в порядке, Рейс? Искатель хранилища. Да? Была маленькая мысль, что придется спасать тебя. Один из этих психов утащил энергоблок. Куда? А это значит, что убежище осталось без защиты. Отнеси этот энергоблок в убежище. А я пока вздремну. Разбуди меня, когда мы улетим с Пандоры. Райс погиб? Он же был одним из первых бойцов Алого Копья, которых я завербовал на летчики. Принеси мне этот энергоблок и по дороге убей пару другую разбойников. Райс бы оценил. Эх, Райс. Похоже, у тебя тут маршрутная точка. Иногда эхо-устройство не может отобразить точное местонахождение цели. В таком случае тебе нужно будет осмотреть местность, отмеченную на мини-карте большим зеленым кругом. Да ёлки-палки, вы надоели, алло, нападать. Можете нормально раки нападать? Да, вот так. Давай. Готово. Тут, как и видно, тупик. Здесь никуда не попасть. Хотя забраться куда-то да можно. Ну я понял, что они типа... Они не по мне. Угу. Так, щитик хороший. По всем стандартам. Убивать... кромвомесцев. Какие-то кромовесы. Машину я могу туда взять? Походу нет. Ладно. Времечко у нас есть, поэтому полетели. Ну и пуля у нас есть. Лагерь ветролома. Здрасте. О-о-о-о! Крошу их в капусту! Обожаю запах горячей турели, буду! Ты стреляешь? Все, не стреляй. Перезаряжайся. Откуда? Откуда по мне палят? Тихо, 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 тихо. Цы-цы-цы-цы-цы. Это энергоблок? Да. Отлично. Значит, убежище выстоит, по крайней мере, сегодня. Возвращайся в город, поговорим, когда я вернусь. И добро пожаловать в ряды Алла. А, черт! На меня напали! Увидишь! Все, пускай моя пушка помогает мне. Ну, еще. Плюха, 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 плюха. Давай, еще 7 врагов мне надо. Кстати, парни! Не усложняй себе жизнь! Вот откуда он? Слышь, земля мне пухом. Это тебе земля пухом. Чел. Что, ну рукопашку? Ладно, полетели в эту сторону. Мне еще четверых надо. Остановись!
Тихо-тихо, перезаряжаемся. Давай самое херовое. Это гранаты выбросить. Узнав, как быстро тебе удалось разделаться с кровомесами. Ах ты ж ё-моё. Одним заданием меньше. Бум, шоколака. Девяносто. Короче, от 90 все оставляем. Что ниже выбрасываем. Так, выбросить. Пипец, куда вот все место девается? Так, 83, что ниже есть? Восемьдесят три. Что там была за пушка? 72. 71. Как вы бесите? Как вы ж бесите? Ладно, спускаемся отсюда. И главное, что нету магазинов, и у меня маленький инвентарь. Боже, как мне все это продавать, если у меня нету места? Вот это самое, знаете, прикольное здесь в игре сделано. Много дают всего, но некуда это ложить. И приходится, типа, просто рашить, забирать вещи, как вспомните в этом... Я сейчас бы еще игру вспомни, да? Dead Space мы с вами в первой этой части собирали ништячки. Ну ладно, сейчас будет назад быстрее, нам всего лишь нужно добежать будет. А это что? Добежать и сесть в машину, в принципе, да и все. Там сложностей дальше никаких не должно быть у нас. Останется такая, может, там в следующей серии полазить здесь по всей территории в неизведанных местах. Сейчас мы на спидах туда долетим. Которые закончились. Это сообщение для жителей убежища. Последнего оплота сопротивления. Пандора уже не та, какой вы ее знали. Эпоха бандитизма и хаоса закончилась. Если вы сдадитесь, настанет эпоха мира и порядка. Ну давайте же. Я клянусь, что ваша смерть будет быстрой. Так, хорошо. Вам понравилась моя речь? А кстати, в конце я соврал. Пускай это говорит. Питать вас, твари, я буду долго и с удовольствием. И это будет еще приятнее, ведь... нет, об этом я лучше умолчу. У меня есть один секрет, который... нет, об этом вам знать не обязательно. Лишние знания вас собьют с толку. Чао! Вот, все, он договорил. Теперь мы можем использовать... я не знаю, как это, приемник. Роланд, это... вот. Это искатель хранилища. Заходи скорее, коммуникатор Роланда умолк. Нам нужна твоя помощь. Ну, машину мы здесь оставляем. Потому что она сюда навряд ли приедет. И, в принципе, уже будем сейчас серию заканчивать. Убежище. Значит, у тебя получилось добраться до Бандитвилля. Ну, супер. Приятно будет увидеть знакомое лицо, когда я сожгу этот город. А, кстати, я решил, что открою тебе свой секрет. Потом, когда ты заслужишь это право. Так, добро. С тобой, да? Значит, это про тебя нам рассказывал командир Роланд. Искатель приключений, который выжил после встречи с Джеком. Киркот. Слушай, нам нужна твоя помощь. Но для начала подключи энергоблок к генератору щита. А где он? Вот этот? Готово.
Ну, знаете, если сравнивать пушку за 96 и пушку за 774, что же выбрать? Отлично. Надеюсь, она мне хотя бы далась. Да, далась. Мы рассчитывали, что Роланд выяснит, как победить Джека. Но теперь, когда он пропал, нам очень нужна твоя помощь. Поговори с рядовым Джессопом, который стоит у ворот. Он впустит тебя в город. Добро. Ничего себе там доп миссий. Внимание! Блиц! Ребят! Империонский блиц. Если бы не твой новый энергоблок, эти ракеты пробили бы щит. Короче, давайте, наверное, с вами на этом закончим. В следующей серии продолжим. Не знаю, попытаемся обойти полностью так, блин. И потом внутрь пойдем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И нет, мы с вами пойдем и продадим сначала вещи. Поэтому всем пока.